Мы заходим в админ панель магазина, и у нас есть вкладка «Товары», «Все товары». Перед нами все товары, которые в наличии, 53 штуки. Здесь можем фильтровать по категории, либо искать определенный товар, делать массовые действия над найденной группой, например, изменить, удалить. Например, возьмем изменить товар. Здесь мы можем менять заголовок, описание, рубрику, присваивать либо несколько рубрик, цена, скидочная цена. Вот здесь у нас изображается верхнее изображение товара, обложка. А вот тут можем добавлять несколько картинок галереи. Обязательно требования к обложке 800 в ширину и 800 в высоту пикселей. Товары для галереи, картинки лучше тоже одинаковые, квадратные. И тоже 800 на 600, больше смысла нет. Есть такая вкладка «Атрибуты». И у каждого товара есть свои атрибуты. Допустим, тип литературы. Можно добавлять еще тип литературы. Убирать. Производство есть. Запчасти имеют свои атрибуты. Когда мы что-то изменили, нажимаем «Сохранить атрибут». После добавления картинок и любых изменений надо нажать «Обновить товар». Вот так происходит редактирование.